Привет, народ! Привет, Барбос! Когда дряхлые ручонки дедов Java. Дошли до Майнкрафт Java версии. Java. Java! Часто нас спросили. Да, говорю, ну, за конечно. Себя, я не играл. Ну, Java, ты чё? Нет, это ты. Не, а то, знаешь... А, хорошо. Раньше играл какую-то версию странную. Сегодня мы будем играть странную. В эту чудо-игру с модами, на визуал, на всякое прочее. Но есть один, я думаю, выделяющийся мод, который будет нам мешать играть. Аркаш о нем еще не знает. Он в главном меню сейчас находится, как я. Сейчас я запущу мир, его приглашу. И я надеюсь, он попутает, как и я, собственно. Так вот, теперь внимательно слушайте. У нас челлендж. Мы попытаемся продержаться 10 суток в Майнкрафте, бороться с этим суток модом, который нам каких? Будет мешать. Мы будем как единый суток организм. Каких? Игровых или... Я думаю, игровых все-таки. По три жизни. Если кто-то из нас сжигает все три жизни, то мы перезапускаем челлендж сначала. Надеюсь, будет забавно и весело. А хотя бы намекни, что ждать. Короче, это модификация. Я уверен, может, вот это все пьяное будет такое? Они видели эту модификацию и у стримеров. Типа мир будет такой весь... Неважно, в роликах. Просто мы... Сплющенный, нет? Вот для нас это что-то новое. Ну да, ну-ка покажи. Я, может, тоже не знаю. Мы будем вдвоем не понимать, что происходит. Я не понимаю. Четвером. А скоро будет у нас что, у Мармока? Знаешь что, заставка на самом деле уже долго у тебя одинаковая. Но она красивая. Пускай я будет. Понимаю, что красивая. Что, ты намекаешь, что нужно уже рисовать новую? Сколько лет она у него рисовать? Уже? Рисовать? Ты не рисовала. Ну, моделировать хорошо. Ну вот. Скоро новогодняя будет. Все. Новогодняя тоже старая. Есть. У тебя испаньолка, а я тоже, может, хочу испаньолку. Да, как тебе мой скинчик? А, нравится? Нравится? А? Да, красивый? Нравится. Сразу понятно, что Мармок. А что такое испаньолка? Он мне передал привет. Ну, типа, наверное, бородка. Посмотри, спину. А, это пи***ц. Понятно. Короче, смотри, Богдан. Видишь, сверху с надписью House Mode. Когда эта полоска заполняется, а было какие-то странные. В случайном порядке что-то происходит с нами. С миром. Я на всякий случай. А, с ними. Возьми земли, да, это хорошо бы сейчас уже заполнится. Начать. Да. Сейчас нас что-то будет удивлять, я не знаю. Я буду смотреть, что... сам не знает. Птичьего полета на то, что здесь появится. Извини, был колокол. Повредить предметы игрока. Что? Не понял. Что-то значит, пока все хорошо. Какие предметы? Кстати, мне же Богдан Гавер помогал с этими модификациями, и он переводил этот мод, и он перевел его с помощью чат-GPT, потому что тут слишком много эффектов этих. Так что переводы могут быть корявенькими. Уже ночь, а мы ничего не успели. Не слушай, первую ночь я, наверное, проведу тупо в землянке. Все, до свидания. Да вроде ничего не произошло. Погода, но у меня здесь довольно комфортно. Повредить предметы игрока, фальшивый телепорт. Где-то что-то появилось, непонятно что. Я просто жду. Война фальшивая. Блин, полоска заполняется. Чего ожидать? Что снова произойдет? Чего ожидать? Не знаю, я на стимлоках. Скорость таймера. Скорость таймера 2х. Это ж хорошо. Это быстрее сутки пройдут. День быстрее наступает. Как ну да. Не знаю, я почти мертв. Мне нужно есть. Зомби уже горят или еще нет? Кстати, он тоже. Да, горят. Слышу, горят. Я выбираю. Я уже спускаюсь тоже. Скорость таймера 0,5. Вау, какие утренние лучи красоты. Ух ты. Настолько все красиво, что у меня зрение исцеляется, брат. Очень красиво, да. Класс. Так, коллега, нам пора с тобой уже добывать всякие полезные ископаемые. Я вот уголь нашел. Я вот угля дохуя уже нашел здесь. Заполняется шкала хаоса. Я тут, я пока иду. Так, что? Скорость. Ты очень хорошо! Хорошо, что я не был где-то в нас бог хаоса одарил гиперскоростью, да? Я просто в пределах одного квадратного метра резко так быстро перемещаюсь. А я улетел, там хорошо не было. Так немножко укачивает. Это режим Наруто. Твою мать, как хорошо, что... Но на временно. Да, там был прав... Все нормально. Вот о том я тебе и говорю. Надо переждать просто скорость. Я назад сдаю очень быстро. Мать его в задницу. Я не могу потихо мерить. Мать Аркаши в задницу, а Мармоку. Я не буду. Да, это очень быстро. Кого-то красивая. Знаете, здесь железо, все. Это временно гиперскорость. Погоди, дай-ка я закрою нашу землянку от бобов. Просто наступает ночь. От бобов? Ох ты, боже! А это что было? Пугало. Пугало. Это просто скример. Тебя пугало. Это не пугало получилось, а пугало. Пугало. Бля, я так могу и обосраться сегодня, слышишь, буквально, не надо. Не надо стесняться. Надо обсираться. Все, теперь в нашем бункере безопасно. Сейчас нас слышат за твои слова. Кстати, да, буквально через 5-10 секунд мы можем узнать, потому что шкала заполняется. Я, кстати, в панике скрафтил себе броню. Майку закрыл. Чего ожидать? О, боже мой! На Луну. Это облако? Да. Это кто? Мы на Луне. А типа выше облаков. Печь.
Они выше облаков, они... Да в своё железо крафтится! Всё там. А как теперь? Назад? Прыгать? Как? В воду прыгать надо. Я оставил в разные сложные ситуации. Надо вниз прыгать, искать воду. В рот, брат. А как ты прыгнешь вниз? Типа вот здесь вот найти водичку, где-то озеро. Ну вот что-то есть. И попытаться у него ровно прыгнуть. Туда прыгнуть, да. Ты понимаешь, что если они умрут, им придется заново выживать? Да. А походу им придется. А здесь же как ты выживешь? Здесь в любом случае не выживешь. Вот, воду. Давай достроим. Нет. О, не залетит. Все? Нет. Заново теперь? Ну ладно. Минус одна жизнь, я к тебе лечу. Минус вторая. Вы так высоко меня же качала. Боже, что за телек? Мне кассету в жопу вставили. А он попал. Эффект начался, твою мать. Понижение качества монитора. А я думал, это Мармок сделал. Да, эффект будто. Прикольно. Он просто звук поменял, и как будто у Мармока что-то. Да, да, да. Слушай, а Мармок попал в воду. Это Аркаша подставил. А потом он разбежался. А почему Аркаша не разбежался? Он же заруинил игру. Тестировал. Молодец, Аркаша. Кстати, да, а что теперь? Заново все начинают вместе? Да. Продолжаем добывать металлическое железо. День 2. Все, жизнь налаживается. Что за или как? Типа, если вдвоем умрут, наверное. Может быть. Жизнь налаживаться. Где? Так сладко. Какие-то колючки заспавнились. Везде колючки заспавнились. Так это ж эти. Сладкие ягоды. Цветы эти. Ягоды. Стой. Поэтому так сладко. Это не так страшно. Нормально. Это еще и еда. А тут можно не сейчас спуститься. Окей, давай это аккуратно сделаем. О! Ай. Слышь, что? А печка у тебя есть? Поставь печку. Печка имеется, и уголек есть. Ай, вон ягоды. Ай. А ты что орал? Отлично, жизнь налаживается. Да. Снова на луну. Пожалуйста. Ты можешь больше никогда в жизни... Знаешь что? Им нужно постоянно с собой ведро с водой носить. Да, кстати. Вот на случай вот этого на луну эффекта. Не говорить, они не профи, чтобы прыгать. Давай правильно. Ну, это шанс. Я не вижу сейчас воду, я вижу тут облачно. Даже воды нету. Стой. Ну, потому что облачно. Ну, куда прыгать? Подо мною тишина. Ровно в землю, да? Не-не-не-не-не-не. Да ладно. Она как будто появилась специально под ним. Ну чё, пока я считаю, что все очень даже неплохо. Да, кстати, это третьи сутки у нас уже. Живут я вижу рассвет. Землянки. Отлично. Третьи сутки. В жопе живут. Можно уже домик построить. Более того, мы оба целые спрыгнули с луны. Да. Ну, с платформы этой стеклянной. Я хочу попытаться спуститься назад, откуда нас телепортировало. Там остался лут. Ну, не знаю, насколько это хорошая идея. Ну, давай попробую тоже туда спускаться. Мне кажется, вот это жрут. Лучники. Вот в этом-то и проблема. Он сейчас умрет. Воу! Убил! Голову! Шмотки вы. Поле. Офигеть, там жестко. Да, там полный стос. У меня еще две жизни, как и у тебя теперь. Да, у них по три. А потом заново. Что? Прикольно, пропадают блоки. Смотри вниз, ты ломаешь блоки. Зрение пустоты. Типа, если ты смотришь, то ломаешь блоки. В этом зрение пустоты. Он посмотрел вниз под себя и упал поэтому. Классный тоже мод, интересно. Прикольно. Я там восьмой запад сделал. Прикольно, можно копать можно. Быстрей. Пока мне мод это позволяет. Причем супер быстро. Это было неожиданно. Только знаешь, в чем минус? Ты копаешь и не выпадает ничего. То есть если ты найдешь алмазы, представь, что на них посмотришь. Это же будут слезы. Он просто поехал вниз, прикинь. О боже, я отсюда долго буду выбираться теперь. Ну поехали. Снаружи пчелки, ночью работают пчелки. А, это очень извиняюсь. Вверх. Это же пятые сутки. Так красиво все тут выглядит. Четвертые. Но сейчас уже скоро начнутся пятые. Убрать голод. Пока что все в порядке, по две жизни. И никакого пока что прогресса. Окей, я тогда буду дерево добывать, пока ты там пытаешься со скелетами подружиться. На! Ой, урод! О, ну, пожалуйста, умри! Ну, умри! Понятно. Да одно сердечко. Чувак, ты тратишь жизни быстрее, чем я дерево добываю. Вот ты нахрена к скелетам полез? У меня броня была, меч броня была, все было. У тебя одна жизнь. Теперь ничего нет. Я хочу тебе сказать, брат. Уже 6 суток прошло. Я тебя умоляю, чувак, на твоем месте я бы уже смотрел в оба, нам недолго. Здесь осталось. Вроде бы как будто безопасно. Ух ты, что если там если Джохан так говорит, то все. Это не металл. Слушай, такая четкая щель. Явно кто-то тут копал. Нет. Понятно. Снова. Дорога, еще... Ну, слушай, у меня все под контролем. Ну, я давай. У нас уже даже мостик здесь есть. У него есть. Последнее давай, сердечко. А, не на одно и то же место. Прям вот я хотел, стремимо. Тебе надо было зажать вперед.
Да, он разбился. Так все, это последнее сердечко. Все, да. Мы просрали все сутки. Да, заново. Ты проебанил три жизни. Чисто по своей тупости. Ну ты такой, типа, давай вместе. Я такой, типа, ну давай, я буду смотреть на тебя лететь. А почему ты не сказал мне раньше, что я не лечу вперед? Потому что ты бы не успел. Все, перезапускаемся. Ну, еще заново. Ладно, небольшая потеря, там ничего не было. Счастье. У нас нулевый день. Поехали. Кстати, а эти остались? По формочке вроде. На улице солнышко и бабочки. Слушай, у меня уже есть кирка каменная. Бабочки? Что за ебабочки? Так, а ты где? За ебабочки. Я около разлома Сан-Андреас. Слушай. Что? Горячая ванна. Горячие источники. Классно. Горячая ванна. Она же безопасна. Она, видимо, слишком... Так, я его только что сюда поставил. В водичку. Нормально. Все растворилось. А я просто помылся. Ну, хорошо. Так, прикольно. Где тут у тебя деревья? Прикольно ванна, слушай. Тыквочки. Тыквы, тыквы. Ну, так это я... Замедленная съемка. Что происходит? Мод что-то делает. Время быстро замедленная протекает. Почему? А наоборот? Все. Так это ж классно. Так классно. Так вам же такой мод и нужен. Да, сама то. Чтобы челлендж пройти уже второй день. Стал, подождал. Кайф. Надо считать сутки. Сколько? Одни сутки прошли, да, уже? Двое суток. Нормально. Это наш третий. Да, реально, это мы сейчас вернемся к тому моменту, бесплатный. Где напокапили. Все в ты порядке, представь? Мы идем на спидах. Кстати, да. Ничего не знаю, ребята, такой мод. Четыре дня. Такой человек, как будто Мармок сам включил его там, знаешь. Такой, типа, так, я не хочу перепроходить. Включил. Где-то карает, где-то помогает. Интересно. Уже четверо суток. Они же больше прошли. Нормально, походу. Четыре, четверо. Почти пять, но целых четверо суток у нас имеется. Хорошо, я заметал. Вот это мы быстрые. Нормально. Я установил этот мод, осталась. Чтобы он нам мешал, но он очень хорошо нам помогает. Я ничего не знаю, я подумал. Да, хороший мод. О, смотри, прикосновение Мидас. О, золото везде. Мидаса, быстрей. Ну. Произошел, я не знаю. Ого. Золоточку, что будет? Все в золоте. Золотая случилась. Зачем золото? А, все в золото превратилось. Да, зачем золото? Не знаю. Ну, просто так, по фану. За 30. У меня диалог. Так он его копает, золото, и оно же у него упадает, золотой. Не упадает, а посмотри, не падало. Yeah? Вот, смотри, вот он копает, да, смотри. Золотая случилась. Видишь, она у него не попадает, в инвентарь не попадает. То есть просто копает. Понимаешь? Наверное, копает с метрической. За 30. Да, а у него золотая. Он все испортил. Блядь, таблетки выпей. Да-да. Что это? Что? Гипотрофичная камера. Класс. У меня очень замедленная и каше. Я вижу. Еще 30 кадров. В возрасте это нормально. 14? Киношная картинка. Так, я не понял. 24. А что ты здесь рыл? Зачем тебе этот сортир, блядь, деревенский? Воронка! А там была вода, нет? Это над нами так издевается. Колодец, колодец. Я испугался, блядь, хорошо. Это легко, у тебя куча этих. О, хорош. Хорошо. А у него каменная? Ты че, охуенно? Каменная, ты не добудешь. Чего? Металлическая. Ну, ты чего? Чуть не заруинил. Кидай. Так, ножка мокрая, нужно сделать пол. Там вода внизу, да, можно прыгать? Не везде. Да, то простынешь. Не везде, не везде. Ты упал куда надо. Повезло. Это моя яма, красивый. Это моя яма. Один? А, три. Вообще красота. Охренеть. Quake Fof. Я мечтал о такой камере, чтобы записывать ролики на GoPro. А, 360. Как голубь. Слушай, если голубь так видит, я понимаю, теперь он от нас срется и от собаки. Кстати, представь, такие вот странные какие-то морды, вот такие расплывшиеся. Приходы. Реально, у него постоянно приход. Попробую что-нибудь сделать. Если кто не знал, у нас дома живет голубь. К слову. А чтобы это знать, нужно подписаться в Сереху. Там про все это рассказывают. Информация, да. У нас уже несколько мест в голубь живет, и мы не можем от него избавиться. А ты даже не знаешь, что у нас голубь живет, потому что в Сереху не подписан. Кстати, да. Как будто очень много бегаешь. Бля, так далеко, верстак. Здесь можно заниматься кроссфитом. На самом деле всего. Уже через текстуры. Всего на два блока, да? Три. О, все. Слишком уже узкий, да, угол. Я буду копать на этом уровне. Здесь что-то должно быть. Не, мод нормальный. Не знаю. Ну, не все. Некоторые жесткие. Полезные даже. Ну, не все. У меня плохие новости для тебя. Можно я поделюсь с тобой? Новостями? Какие? А, у меня на курточке Джей. Я хуй знаю, сколько суток прошло. А, кстати, да, вопросик. Он забыл. Подарок. Жестко. А, у крипера, видишь? Да, да, заспавнился крипер.
Вот тебе. А эти позиции находились в этой дырке? Узкой. Могли бы отбежать. Могли бы отбежать. Все нормально, идем дальше. А куча здесь? Короче, ребят, мы чекнули записанный материал, посчитали, сколько игрового времени прошло, и мы простояли под землей, получается, 5 суток к тем 4, то есть это уже 10-е в процессе. Мы так что, один день остался всего? И победить. Бля, ну, как ты понял, что он стоял несколько суток? Пока что у нас как ты сутки считал? А, по времени там? Ну, по запись у него игру... Удобно, зашел в шахту и копайся 10 дней, и все. Там Слендермен, Эндермен. Эндермен или как? Слендермен, да. Не знаю, не смотри на него. Корова ебется. А вот на это можно посмотреть. Но не вздумай сдыхать, брат, у нас последние жизни. Нам нужно прожить, получается, последние по одной ночи. Дожить до рассвета нам надо. Но это слишком легко, мне кажется. Я хочу, чтобы последние сутки были нафаршированы событиями. Давай я перезапущу мир и немножко нагружу, так сказать, наши сраки хаос-моды. Ну хорошо, давай. Этот ползунок так быстро поднимается теперь. Тебе постоянно будут. Сутки. В режиме хардкора. О, тиктоки, да. Нормально. Вижу. Как будто в шорс превратился. Снимаем контент сейчас для ТикТока. Я взял алмаз, я не вижу его в руке. Блин, наши руки не влезают в ТикТок. Хорошо. Следующий режим. Я не могу. Что происходит? Куда? Ты просто бежишь. Я пошел. И не можешь остановиться. Вот здесь, вот в угол. А знаешь, в чем прикол? Эффекты друг на друга накладываются, потому что время эффекта больше, чем промежутки между ними. А-а-а. Я в небе, я падаю. Падает просто сразу падает. Это последний сердечко. Ты понимаешь, что это последняя жизнь? А ничего, все выпало. Я не мог остановиться, ему появились сверху. Тогда это нельзя засчитывать. Ладу носить с собой надо всегда. Не успели бы. Это нельзя засчитывать как смерть. Успели бы, долго сделали. Ну, они решили не засчитывать. Справедливо, это невозможно было парировать никак. Абсолютно. Мне нравится, что ты такой же лох, как и я. Ну просто это ж... Мне нравится, что это просто их видосы, они могут сами менять правила по ходу игры. Не, давай, 4 жизни сделаем, все только что это было не сложно слишком. Нет, ну ладно. Крипер появился, ну что это такое? Ну конечно, давайте не будем считать это. Нет, на самом деле нормально, потому что он же сам себе усложнил жизнь. Поэтому в принципе окей. В принципе, я согласна. Ну ладно. Просто вы же сами сложили себе жизнь. Ладно, что делать, то хочешь. Себе весомый. Что делать, то хочешь. Да. Снова. Это был взрыв. Это взрыв. Тоже не считается. Все, понял. Блин, это же логично. Мод должен довести нас косвенно до смерти, а не убивать сразу, блядь. Мне кажется, я вижу квадратные летающие тарелки. Мы в Припяти, да. Что происходит? Летающая машина. Радиация. Херобрин удален. А что это значит? Это орган какой-то? Да. Надо. Я чувствую, что это надо было нужно мне. Я не могу ходить, только движение назад. Прикольно. Нам в таком случае не видно. Надо было играть изначально. Блять. Я же не вижу ничего. Ванна. Дождь из куриц. Но нормальная хоть тема. Немножко человости. Вау. Слушай, красиво, они такие еще плавно. Ой, так спускаются. Снеси, пожалуйста. Давай, ротик открой. Мне нужно едой запастись, не убегайте. О-о-о. Что за колокольчики? А что такое? Не знаю. А, колокольчики. Колокола. Что за ушное насилие? Ой, я горю. А теперь я падаю. Слышь, сколько мало осталось? Пожалуйста, закончи это, блядь. А как он 2 раза падает? Режим плохого соединения. Ну, у меня такое... А, пингует, и он назад постоянно. Смотри, видишь? Постоянно пингует, типа. Смотри. Жесть. Ты понял? Нужно дожить. Блин, жизни уже нету, а жизни уже нету. И жрать нечего. Убей курицу. Слушай, я что-то съел, у меня теперь больше сердечек. У меня вид сверху. Твою мать. Прикольно. Вид сверху еще и это. Что? Телевизоре. Я не понимаю, ну. Меня бьют, не бьют. А что ты включила? Что ты включила? Я включил все. Так колокол закончится, нет? Я хочу понимать, что происходит вокруг меня. О, ай, плохое качество. Я не могу ходить. Я же где же? Я на курице был. Я же где же? Это ты? Я поднимаюсь на песке наверх. Это единственное, что я контролирую сейчас. Кто-нибудь? Ты как он, ты посмотри, как он сделал, гениально. Все. А, типа выжили. О, да, а он еще из-за того, что копал себе эту башню, как раз яма за ним заспамилась, а из-за того, что он был на блоках, он не упал. Еще копал из песка. Убили. Уже можно. Позади секунду. Уже можно умирать. Охренеть. Тебе неплохо? Еще черепах столько. Правый бок тяжелее левого. Колокола не замолкали. Сейчас буду концовку озвучивать. Ну давай. Что происходит? У меня все ломается вокруг меня.
А? Чешуйницы? Вокруг меня все ломается. За мной гонится. Я хочу концовку записать. Дайте мне концовку записать. Что происходит? Я вижу. Выделить всех мобов. Зверей. Это как его? Теперь все пропало. Рентген. Как это называется? Чит такой есть. Аймбот? Не, чит есть такой. Видите, типа через стены? Волхак? Я в колодце каком-то. Так, я буду в этом колодце просто. Стоп, нет, мы должны быть на поверхности. Чтобы записать концовку. Давай. Концовку. Концовку надо записать. Итак, спасибо всем за просмотр. Пол сердечки. Это попытка записать концовку. Понятно. Это тоже неудачное. Ладно, я буду. Да опять колокола долбанные. Бля, драконы. Как отсюда выбраться? Что за спавн, говна? Все, поехали. У тебя есть время, чтобы озвучить свою концовку. Да. Обезьяна. Огромное спасибо, мужчинки и девчатки, что посмотрели старых дедов, которые открыли для себя Майнкрафт в версии Java. Вот такой вот челлендж получился. Не, Java — это вот самое то. Бля, я не могу так быстро. Это канон. Ну как иначе? Зачитывай, а каменем. С модами, и мы победили в челлендже. Ура! Боже, а я не умираю. Я, кстати, тоже ненормально. А это что за огонь? У меня есть одно яичко. А, это огненный след, он нас не убьет. А это уже были мир взрывы, тоже другое. Да, тоже чудо. Да. Я думаю, будут бонусы. Нет. Все, в этот раз уже без бонуса. Бонусы закончились. Все, сосай. Короче, такая получилась реакция. Спасибо за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.